Компания SpaceX сократит 10-ю часть сотрудников. Пишет об этом Los Angeles Times со ссылкой на источник. Издание отмечает, официально эти сокращения объясняются заботой о будущем компании, которой нужно стать, цитирую, компактнее. Уволенным работникам обещают помочь с трудоустройством. Сейчас SpaceX оценивают примерно в 28 миллиардов долларов. Она сотрудничает с НАСА и с разведкой США. Прибыль детищу Илона Маска приносит и контракты на запуски спутников для ТВ и интернет-провайдеров.